Всем привет! В сегодняшнем ролике вы увидите, как добрые люди помогают животным в трудной ситуации. Надеюсь, после просмотра этого видео в мире станет чуточку больше добрых людей. А теперь устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Китовая акула запуталась в веревке, и тогда она подплыла к рыбацкой лодке в надежде на помощь людей. Помощь ей оказали, и в знак благодарности акула помахала людям плавником. Крохотный ленивец застрял между камней. Ему очень повезло, что человек, проходивший мимо, его заметил и тут же поспешил на помощь. Он обернул зверька в полотенце и отвез в приют для животных. А эта белочка запуталась в леске и упала вниз. Но хорошо, что ее нашли люди и оказали помощь. Только посмотрите, как она благодарна своим спасителям. Шина застряла на шее морского льва. Животное сильно страдало от этого, но оно было очень испугано, поэтому активно сопротивлялось помощи. Но спасатели не сдавались до тех пор, пока им полностью не удалось освободить животное. Конь упал в колодец и застрял в нем, без шанса на спасение. Когда люди увидели это, они тут же вызвали бригаду пожарных, чтобы те организовали спасательную операцию. Вскоре лошадь была спасена. Этот конь застрял в болоте. Людям понадобилось несколько часов, чтобы вытащить его. Но самое главное, что им все-таки удалось это сделать. Кенгуру практически полностью увяз в грязи. Пришлось вызвать целый экскаватор, чтобы ему помочь. Люди действовали максимально осторожно, и в конечном итоге зверек был свободен. Голова этого зверька застряла в консервной банке. Видимо, там было что-то очень вкусное. Радует, что рядом проходил неравнодушный человек. А вот еще один лесной обитатель, который нашел что-то вкусненькое в консервной банке. Но вылезти оказалось куда сложнее, чем залезть. Но человек не бросил ежика в трудной ситуации. Голова котенка застряла в трубе. Человеку пришлось действовать с ювелирной точностью, чтобы не причинить боль зверьку. В конечном итоге котенок был освобожден. А этот кот застрял над колесом автомобиля. Ему очень повезло, что люди его вовремя заметили и поспешили на помощь. Этот парень плавал посреди озера, но люди его заметили и решили подвести. Похоже, этому ленивцу понравилось кататься на весле. Эта белочка как-то очутилась посреди озера. Возможно, ее поймала хищная птица, но грызуну удалось освободиться, и он упал прямо в воду. К счастью, мимо проплывал человек на лодке, и он помог белочке добраться до суши. А этот удивительный зверек каким-то чудесным образом застрял внутри дерева. Рейнджеры заметили это и бросились на помощь. Вскоре зверек был свободен. Женщина опубликовала это видео в своем ТикТоке. Она призывает людей отказаться от подобных заборов. Птицы садятся на верхушку этого ограждения, срываются вниз и оказываются в ловушке. Конечно же, женщина освободила птиц, а после это видео привлекло зооактивистов. Поэтому будем надеяться, что вскоре люди откажутся от подобных заборов. А вот как может любить человека, казалось бы, совершенно дикое животное. Точно неизвестно, почему кенгуренок так привязался к этому мужчине. Возможно, он когда-то спас этого милашку. А здесь дайвер заметил, что хвост китовой акулы обмотан веревкой. Парень сразу же решил ей помочь. А акула не отплывала от человека до тех пор, пока полностью не освободилась.
А здесь маленький олененок упал в канаву. Девушка спустилась вниз, чтобы помочь зверьку, и вскоре он был спасен. Байкеры нашли барашка, который запутался в сетке. Скорее всего, животное пролежало в таком состоянии достаточно долго, ведь у него практически не было сил двигаться. Вскоре барашка освободили и напоили водой, и он отправился домой на ферму. Пастух выгуливал своих коз, и одна из них потеряла сознание. Но любящий фермер не бросил животное в беде, он сделал ей искусственное дыхание, тем самым спас жизнь. Мужчина заметил, что корова ходит возле забора, мычит и копает землю. Когда он подошел поближе, то сразу понял причину такого странного поведения. Маленький теленок каким-то образом оказался по другую сторону от матери. Естественно, мужчина вернул малыша обратно. А на этом все, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы его оцените. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.